Поехали. Всем привет, я очень даже нужен. Я купил птичку и отпустил ее. И птичка улетела. А желание какое, Эльдар? Пусть у всех все будет хорошо. И у тех, которые этот ролик тоже. А вон, смотрите, сколько еще птичек можно отпустить. Так что если у вас есть лишние 100-200 баксов, можете приехать в Камбоджу и купить целую клетку и подарить этим воробьям свободу. Правда, как мне объяснили, они умные, и они потом обратно сюда вернутся, и потом будут проданы еще раз. Эти мини-голуби, они просто хранители, миллион желаний. Да, именно так. Миллион людей, попадающих сюда.